Из Великого Устюга в Иваново приехал Дед Мороз. Детвора встречала долгожданного гостя в субботу на площади Ленина. Волшебник привез в город праздник и скрипучие морозы. Надоело слякоть в России. Россия всегда славилась морозами, снегом. А вам что нравится? Ходить в галошах или в валенках? Вот и будем в эту зиму ходить в валенках. Будет холодно, будет морозно, будет легко дышать. Всех ивановцев хотим поздравить с наступающим Новым годом. Настроение уже праздничное, а мы будем стараться и погоду сделать хорошее, и настроение. Впрочем, никто сильно замерзнуть не успел. Малышня веселилась и водила хоровод. Дед Мороз пробудет в Иванове до Нового года. Увидеть его смогут все желающие. В этом году пройдет более 10 общегородских мероприятий на нашей основной сценической площадке – в Центре культуры и отдыха. Мне хотелось бы сказать, что это не просто праздники, где придут дети, но они смогут получить также и подарок для себя. Более 12 тысяч детей в этом году уйдут домой с новогодним подарком. Сладкие подарки для маленьких ивановцев – это, конечно, приятная новость, но не самое главное. Дед Мороз заявил, 2013 год мы встретим, вопреки всяким прогнозам индейцев майя. Сообщу вам совершенно официально, конца света не будет. Раз я приехал, будем жить долго, счастливо и радостно. Так что впереди только праздники и новогоднее настроение. После многообещающих заявлений Дед Мороз сел в свою волшебную карету и отправился дальше приветствовать горожан. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.